на ребенка, явно находившегося без сознания. А дело было так. Двухлетняя внучка жительницы Хобукена Лас Китти Миллес опрометчиво оставила куклу в своем детском сиденье в машине, не подумав, что ей грозит гибель от жары. Несколько человек, принявших куклу за живого ребенка, набрали 911. Тут же приехали парамедики, разбили окно машины и освободили несчастного младенца, но и осознали свою ошибку.